И Данила говорит, оп. Вот. Кот 123, коту 123, я делаю пиар. Сделайте ему 565 подписчиков. Видео есть, посты непонятны, не с его видео. Сообщество есть, конечно. Канал есть, молодец. И канал, о канале есть. Ну, 7 из 10. Переходим к Brawl Stars. Снимает разные рисунки и разные сегодня прикольные с котами связанные. Brawl Stars включаются. Подарок я уже забрал. 10 рублей это мало. Лучше бы 20 было. Играем в эту раунд. Пока посидим в кустах, подождем, пока человек 5 умрет. Я так и делаю. Нет, тоже бываю, лезу в наглую и побеждаю. Но так еще лучше. Ой. Все честно, я проигрываю, ничего не вырезаю. Я и вообще не умею это делать. Уже 11 000 я напушу. У меня почему-то на игре Brawl Stars обрывается съемка камеры. Вот эта вот штука оранжевая. Прям обидно. Так. Вот из-за этого Brawl Stars просто очень страшно снимать. Да блин, опять проиграл, ребят. Мой любимый боец, и он за 10 000 кубков, и вот его лицо. Чихнул. Чего? Я чихнул. Подождем, пока все умрут. Блин, страшно. Страшно. Давайте, умирайте. Оно пропало. До свидания. До свидания. Ой. О-о-о. Что делать? Оп, оп, кто-то, кого-то убили. О-о-о-о-о. Убили. Ай-яй-яй-яй. Четвертое место нормально. Я вот просто сижу в кустах, и когда 3 человека остается, 4, я его начинаю убивать. У меня где-то на 4 минутах обрывается. Надо поспешить. Я лучше к черту один ящик заберу. И все. Не валю. Ну что, меня могут убить. Как сейчас. Просто меня просто просто убить. Все людей осталось. Валим. Угу. Опа, попалась немножко. Оп. О, попалась мушка. Ладно, когда я побежу или это, короче, вы знаете, проиграю, вернусь. Я проиграл. Короче, всем пока-пока. Сегодня уже 11 кубочков прибавил и где-то 6 избавил. Ну, короче, всем пока-пока. Вот такое видео. Всем пока-пока.